Приходят люди, впускаю их, и все, они следят. Если мне объяснили бы, как за ним следить, поджигать спички в выключенном состоянии или что-то еще, нет же никакой инструкции, как за ним следить. Включаем, и все, тем более у меня автоподжиг еще. Вот, я знаю, что там нужно как-то спичечкой вот везде там проходить, чтобы она не вспыхивала. Проверяем, чтобы не было утечки. Если пахнет, то, значит, вызываем мастеров. Я живу одна, так что я очень редко им пользуюсь, будем так говорить. Ну, конечно, проверяю, потому что я знаю, что это такое. У меня в свое время, еще в советские времена, взорвался газ. Ну, не у меня, а там, у моих друзей. Так что поэтому проверяем. Поскольку у меня газовое оборудование новое, вы, вероятно, имеете в виду вот этот кран, который открывается, то как бы я по умолчанию считаю, что он работает нормально, а время от времени, наверное, раз в год приходит сотрудник с Мосгаза и, так сказать, проверяет и повторяет мне, что он очень хороший у меня. Периодически приходит газовая служба, проверяет и ставит отметку, что все в порядке. Ну и сама слежу, чтобы не оставить горящую горелку. Перекрыть газ, когда уезжаю на долгое время. У нас проверка регулярно проходит газового оборудования. Мы пускаем, они проверяют, все нормально. Если какие-то замечания есть, справляем. По крайней мере, у нас ничего такого плохого замечено не было.